Заинский политехнический колледж расширяет горизонты. Здесь состоялось заседание Координационного совета с участием министра промышленности и торговли Республики Татарстан Альберта Каримова. Участникам совета показали, что сегодня представляет из себя энергетический кластер, начиная от бытовых помещений для обучающихся, заканчивая производственными мастерскими, учебными полигонами и программами. Во время заседания Координационного совета состоялась презентация ресурсного центра. Речь шла о развитии стандартов в энергетическом кластере и рассмотрен ряд других вопросов. Развитие кластера энергетического в целом – это всегда системные вопросы, которые действительно в течение одного дня не решить. И тем не менее взаимодействие, которое на сегодняшний день складывается между предприятиями Республики Татарстан и образовательными учреждениями – это вот тот мостик, который позволяет обеспечить нашу промышленность самыми высококвалифицированными кадрами. Мы должны эту взаимосвязь поддерживать и в дальнейшем развивать. И те результаты, которые мы сегодня увидели, той работы, которая проводится сетевой компании вместе с Заинским колледжем, они показывают, что эту работу можно выстроить достаточно эффективно.